Ну и нам удалось связаться с господином Сесксом, мэром Лепы. Господин Сескс, здравствуйте. Скажите, договор о купле-продаже подписан. Как вы оцениваете долгожданное подписание договора? Да, добрый вечер. Ну, это был договор, который очень долгожданный и в конце концов дает сейчас конкретное определение, что завод будет работать. Сейчас этот договор можно оценить, что это такой летней важности договор. И сейчас уже все, скажем, возможности уже в руках нового инвестора КВВ Групп. И будем ждать и думать, что у него получится уже в конце ноября, в декабре запустить завод. Ну и сейчас для него очень важно, чтобы уже не делать такие ошибки, как предыдущие владельцы завода. Это все-таки довольно сложно еще на данный момент рыночные ситуации в Европе и в мире. Не так много и строится. И, наверное, второй вопрос – это расширение ассортимента, который можно предлагать. А вы лично вот верите, что завод заработает уже в ближайшее время? Знаете, если бы я не верил, я, наверное, бы этим вопросом уже давно не занимался, но это самый большой завод, самый большой работодатель, и это, ну, для лепайской экономики и государственной экономики это очень важный шаг. И нам надо, если надо будет, и каким-то образом и помочь находить лучшие решения. А вот, кстати, как город, как жители отреагировали на подписание договора? Ведь новый инвестор обещал принять на работу большинство бывших сотрудников. Они, кстати, не разъехались за границу? Ну, новый владелец уже начинает первые переговоры и уточняет, сколько инженеров и сколько работников на месте, и которые готовы идти на работу. Но объем будет восстановлен полностью, и то есть 1500 человек должны вернуться. Ну, на предприятие. Постепенно все-таки это технология, которую надо постепенно запустить, и таким образом и новый владелец уже предлагает и показывает свой план развития.